Тогда она не снимал я. Еще подпил, говорю. Ее попа мне уже нравится. Толя хуй плюет. Надо что-то рассказать для подписчиков. Какой шарлатан. И как мне вчера не дали. Я хоть это, пососался. Знаешь, как школьники. Здесь без слов, ребят. Сами все видите. Да? Вы что, себя снимаем? Итак, по туалету. Автостопер? Нет, другая. Автостопом хотел до Болгарии дойти. Вы что думаете, я Блаблакар не смотрел? Есть? Сюда есть? Да ладно. Шенген нужен. Чилдрены что-то распоясались. Давай, Стян, начнем. Для канала, братан. Ну я следующий. Одновременно. Поклянись своим здоровьем, что ты пройдешь со мной. Ну и так здоровье не очень. Дай секунду. Чисто для контента. Для канала. Вот это прикол. Ну, у нас тут порты, слышишь? Слабенький. Слабенький. Пацан на Олимпиаду бы поехал. Нормально, говорит? Идем к пузырю хавать. Крестный отец. Как его назвать? А? Как его называть? Пахан. Наш пахан болгарский. Наставник. Они здесь, короче, увидели на ресепшене девочку хорошую. И каждый день ходят мимо нее и говорят: здрасте. Так обычно делают дрочеры. А я пельмени хочу поесть. Хорошо, взял. Брата своего я оставил. Он сейчас идет с подругой встречаться. Ключи от хаты мы тоже оставили. Сами идем в казино кушать. Посмотрим, что за местную катку я еще посмотрю. Здесь мясо жарят. По-быстрому, чтобы мне не выебывались. Салатики, овощи, фрукты. Вообще кайф. Мишень себе помидоров накладывает. Ну ложи на общак, поклюем. Это вот так выглядит обед чемпиона, который разъебал всех покер тут. Я еще не катал, честно. Это лучшее место, где можно покушать в Болгарии. Вкусно и дешево. Но одни европейцы, русских что-то я вообще не вижу. Надо им рассказать, чтобы сюда ходить начали. Поэтому подписывайтесь, да, ставьте лайки. И много интересного узнаете. Я заплатил 2 евро. И добираю по максимуму. Ты будешь мороженое? Нет. На фруктике? А я буду. Посмотри на эту наглую харю. Сказал, не будет ни десертик, ни мороженка. Бери нашу камеру, заебал. А я буду мороженое добирать с арбузиком. Братишки, это Солнечный берег, запомните это место. Лучший ужин на этом берегу. Выдвинулись в центр. С тиграми. С двумя тиграми выдвинулся в центр. Затащили в андеграунд только что. В бэтлграунд затащили в битву. Первое. Эпическую. Первое место. Было 50 команд по 2 человека. У меня скорость маленькая. Ты кто? Ты болгарка? Да пошли, ну чё вы, бля, я не хочу на детей смотреть. Да не будет его убить. Да нечего говорить, ребят. Мишаня один из нас трахается на этом отдыхе. А мы так за пивом. Так уходим. Сказывается, еще один бас есть рядом. Здесь еще больше мамаш. Конец ступени.
Зай! Сила Тора, приди ко мне! Вышли с Фантом в центр. Эти задроты остались дома. Играют в какой-то Battleground. Популярную игру в данный момент. Вот так выглядит самый центр. Не европейцы, что-то русских вообще мало. Кризис в стране, походу. Давайте станцуйте для подписчиков. Не для меня, а для подписчиков. Дорогие подписчики. Подписчики. Идите нахуй, да? Идите нахуй и платите деньги. Нет, ставьте лайки. Шел четвертый день. Когда я не нюхал пиздятину, да? Так делать? Йоу. Расскажи, куда мы идем. Какие планы на сегодня? Я еду в Батём. У вас, я не знаю, что он вас рахит. Че, в натуре едешь? Красивый хоть? Пацан на свидание собрался. Да. Выдвинулись на Какао Бич. Не знаю. Никого не знаю, но выдвинулись. Одни дети. Я здесь уже неделю, и пацан не выходит с этой комнаты. Ясно. Я иду кушать. Иду кушать, в казино сегодня пойду. Пацаны хавают такую невкусную еду уже месяца полтора. Я приехал, первый раз попробовал. И говорит, вы что, дебилы, как вы здесь можете хавать? В итоге они меня хуесосят и все равно ходят туда. И каждый раз то недожарено, то пережарено. Дешевые продукты. Короче, хуйня полная. Вот эти черти хавают где. Фан хуесосит меня целый день. Ему кто-то там какой-то пиздюк сказал, что он на 35 или на 37 выглядит. Он ходит в загрузе уже второй день. Я хожу, угораю. Тут какой-то отель, русских много, но пиздючки одни. По 14-16 лет. Пионерлагерь у них. Вечером какие-то там сборы у бассейна. Караоке поют, песни на русском слышно. Тогда она не снимал я. Дождался я свежей курочки, прям с духовочки. Поел барашка, какого-то молоденького ягненка. Любому русскому бы здесь понравилось. Потому что все любят халявы. Вот моя курочка жарится, я ее всегда ем. Салатики всякие. Дальше десерт еще будут. И мороженое. Главное, что у меня камера не спалил. Покер идет. Турнирчик. Я завтра зайду. Вот набережная. Здесь все гуляют вечером. Русских что-то мало в этом сезоне. Турцию открыли. Так бы.
Все сюда поехали. Половина точно. Не, должен запечатлеть, как это выглядит. Уходим на охоту. На охоту. В итоге ты один мешали сегодня трахнуть. Я сам большой хуй среди нас просто. Пацаны решил вообще не заебывать. Смотрите, пацаны, вот это идут три черта, которые не хотят сниматься. Не готовы давать контент. Толя, хуй, блядь! Что вы скажете? Чисто есть какая-то пати собирается. Самое интересное, забыл рассказать. Один из них пиздолиз, уже опытный. Второй только начинает. А третий все мечтает. Скажи, что ты хочешь увидеть. И нахуй своей камерой. Вот так и каждый говорит, ты что хочешь? Пошел нахуй. Фан. Скажи, что ты хочешь в выпуске увидеть. На канале. Такой он гандон, блядь. Сука, он направляет камеру, говорит, серый. Миха, что ты хочешь? Миха, ну ты иди нахуй. Бранк, ты что хочешь? Ну иди нахуй. Ты не можешь сказать, Толя, иди, да иди нахуй ты тоже, блядь. Вот в итоге что? Материал хотели. Нравится вам попка европейки? Европейцы вообще не стесняют своих жирных жоп. Всегда. Все ходят открыто. Взял с собой это дрочеров. Покажу, как ему надо в пизду засовывать. А то не заебали. Дрочат на хате. Поссать времени даже у меня нету. Еще подпил, говорю. Ее попа мне уже нравится. Да не, она неплохо выглядит. Но в целом европейцы не очень. Дрочеры говорят, прочекай территорию. Девочки красивые. Девочки красивые.